ребятишки. Любители экстрима. Сочи парк. Ребят, и Олимпийский парк. Переходим, переходим, переходим. Стадион Фишт, на котором чемпионат мира будет проходить по футболу, на котором Кубок Конфедерации проходил совсем недавно. Ну давай пошли, по-моему, там, да. Я уж, блин, не помню, но даже по нашему ролику, по-моему, где-то мы так шли, через Фишт проходили. Ребятишки, ну короче, взяли по велосипедику, вон Светка едет. Я еду. Ну что вы, где там застряли? Короче, велосипед у нас получается по 200 рублей стоит, да? Вот. Николаевич. Николаевич. Что? Последний раз на велике ездил, наверное. В Анапе. Ну, короче, давно не ездил, да? Едем. Сейчас мы постараемся проехать по всяким разным местам. Вот такие вот машинки ездят. Развиваем скорость. Ништяк. Заворачиваем. И сейчас, наверное, мы к этому, к объекту поедем, главному, который называется этот фонтан там, Олимпий. Ну, он уже не работает. Мы уже мимо проезжали, когда на такси уже поняли, что он не работает. Это уже хорошо. Михалыч, пошли к фонтану. Михалычики едут. Жачинты. Михалыч? Михалычек. Подъезжаем к Олимпийскому огню, или как это называется, я уже забыл эту штуку, которую вы так любите, который там эти поющие фонтаны, все дела. Вот она впереди. Светочка едет. Светочка. Лайкосики. Отлично. Все. Пока что. Поющих фонтанов их как почему-то нету. Не знаю, может. Не поют. Уже не поют или еще не поют, непонятно. Ой. Не материться. Вход на Фишт, говорю. Ага. На стадион Фишт вход. Ребят, вход на стадион Фишт. Рамочки, все дела.
Что нам еще куда надо еще съездить? Давай еще какой-нибудь объект важный. Поехали вон прямо. Едем прямо. Кстати, велики нам дали за 200 с лишним рублей на час. У нас катание целый час. Но такие вот штуки мне больше нравятся. Вообще ништяк. Смотрите, какая классная штука. Но 600 рублей. Вот так вот. Машинки, поездики ездят. Свободен. Сочи парк. Знаменитый этот, как называется, Михалыч? Квантовый тема. Скачок. Квантовый скачман. На который мы не попали. Квантовый скачман, ребят. Наша любимая желтая горка. Желтая горка. На которой мы не боимся. Это горка для засянцев. Она уже не работает, кстати, да? Ну да. Насколько я понимаю. У нас здесь какой-то. Проедем направо. Вот там машинка стоит, Ромыч. А. Давай. Какая машинка? Налево? Направо. Направо. Запар, ребят. Света, как оно? Как вот эта бодяга-то называется? Как? Не помню. Фонтан? Не знаю. Нет, не хорошо. Фонтан. Хорошо. Факел, не факел, мне как даже, называется? Даже слов нет, да. Олимпийский факел. Олимпийский факел. Смотрите, мечтала. Вон какая красивая панорама. Я так давно мечтала покататься. Ну да. Отель «Богатырь». А мы едем в горку. Ледовый дворец, или как он там называется, уж не помню. Михалыч обгоняет. Михалыч. Ох, с горки-то. Хорошо с горки-то, да? Подмышки-то. Подмыхи-то. Михалыч и Света что-то у какого-то киоска остановились. Наверное, какую-нибудь чепуху решили купить. Типа водички. Ребят, ну что, на великах-то катались. Прикольная тема. Тоже рекомендуем. В Олимпийском парке, но лучше днем, конечно. Лучше днем, да. Ну нет, потому что с одной стороны сейчас не прохладно. И народу нет. И народу не так много. Но вот. Ничего не видно. Мне, конечно, очень понравились вот эти моцики. Электро, как они называются, да? Да. Вообще тема. Ну, 600 рублей. 600 рублей полчаса. Дороговато, да. За полчаса за 600 рублей. Да? Только полчаса искали пункт проката. Да. Запоминайте, где вы брали велики, ребят. Чтобы не быть такими идиотами, как мы. Ориентиры, да? Ориентир. Фишт, ребят. Фишт, да. Фишт. Куба Конфедерации совсем недавно был здесь. Будет скоро, да. И Германия здесь сыграла, и кто там еще? Чили. Австралия, да? Чили. Чили? Тоже здесь играли? По-моему, все здесь играли.
Ну, не знаю. ВДВ! Я Михалыч. О, я Михалыч. Света. Напротив фишта, короче, пляж, смотрите, короче. Вообще, как в Турции, прозрачный. Как в Турции. Прозрак, как говорит Саша Кондрашов. Прозрак, смотрите, какой. Да, все видно. Да. Идеально. Водичка чистенькая здесь, в этом районе. Идеальная вода. Купаться можно. Ну, пляж галечный, конечно. Но вода классная, да, чистая. Это Олимпийская набережная. Называется. Пляж на Олимпийской набережной. Олимпийский проспект. Ага. И водичка теплая. Да, и вода теплая, 26 градусов. Купаться можно. Даже некоторые купаются вон там, в буйках. Лунная дорожка, ребят. Лунная дорожка. Да. Кабачок, ребят. Вот смотрите, как в Китае. Рикша. Ага. Велорикша. И велобаджи. До вокзала довезти 100 рублей. Я слышал. Ну что, ребят, гуляем по набережной, дошли вот до Имеретинского. Хотели, кстати, здесь жить. Изначально. Да. Покажи, ребят. Вот, Имеретинский. Красиво, конечно, здесь в Имеретинске. Бассейны тоже свои есть. Такие домики ухоженные. Достаточно. Нормальная тема. Тихо, может, спокойно. Может, в следующий раз здесь поживем. Да. Возможно. Неплохо здесь. Бассейн только нет. Нет, тут есть бассейн. Есть? Должны быть бассейны. Есть, есть. Ну, может, там где-то, да? Видишь, территория вся огорожена. Да. Нормально вообще здесь. Ну, и цены, в принципе, здесь не очень дорогие. Сколько здесь стоит снять жилище? Ну, примерно как у нас, может даже подешевле немножко. Около 3000? Не, больше. 4? Даже около 5, я сказал бы. А вон бассейн, смотри. Вон бассейн, да. Вон бассейны, кстати. Бассейны. Ну, наверное, не видно на камеру. Ну, там вдалеке бассейн. Большой довольно-таки. Ну, это огромный комплекс. Тут эти спортсмены, олимпийцы жили. Но что мне не понравилось, тут номера студии. То есть студии. И там, по-моему, даже кухонь нету. Некоторых. Имеретинский состоит, по-моему, из 3 или 4 вот таких вот участков, где много домов. Они все невысокие где-то. Сколько тут? 4 этажа, 4-5. Да. А мы идем, читаем ваши комментарии. Ваши, как называется, предположения, кто у нас. Что за известный человек у нас может появиться в наших бложечках. Да. Один человек угадал, молодец. Давай его назовем. Молодец. Да, подожди, сейчас я нажму. Сергей Лобчиков. Он сказал, комментарий написал, ну вроде сейчас Женя Пантелейкин в Сочи. Так что ждем Михалыча на канале. Ты угадал, чувак, ты прав абсолютно. Это Женя Пантелейкин. Еще бы он пришел. Но что-то он пока это, как сказать. Молчит. Женя пока. Ну, я не скажу, что он гарантировал, но... Ну, загорелся желание. Действительно. Я как придурок в очках. Ночь, я в очках. Ну, это бессмысленно ходить. Вот он, красавцы дома. Па-па-па, ба-ду-ба-ду-ба-ду-ба, е-е. Это музыка предназначена для танца. Па-па-па. Не спит Москва. Ой-е. И другие города. Ночной Сочи тоже шикарный. Ночной Сочи нормальный. Гулять можно. Тесно, потому что...